И я встал у врат ада и увидел, что большинство тех, кто входит в него, это женщины. Хадис, который передали оба имама Аль-Бухари и Муслим. Хадис Усама ибн Зейда, ради Аллаху та'аля анхума. Что касается обитателей ада, пророк, алейхиссалату вассалям, который является правдивым, которому должно верить, которому была ниспослана правда и сообщалась от Аллаха только правда, он говорит про обитателей ада, что большинство их, те, кто входит туда, он говорит, это женщины. Большинство входящих – это женщины. Почему? Потому что женщины – это люди искушения, люди фитны. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, обращаясь к женщинам в один из праздничных дней, когда был праздничный намаз, он сказал, «Я машара нисата саддак». «О, женщины, давайте садака, давайте милостыню». «Валю мин хуликун». «Даже хотя бы из ваших украшений». «Фаиннакунна аксару ахлинна». «Потому что вы большая часть обитателей ада». Женщины сказали, «Я Расуля Аллах лимау, посланник Аллаха, почему?» Он ответил, «Ляннакунна туксирна ла'ан, ва такфурна ла'шир». «Потому что вы много проклинаете и неблагодарны вашему мужу». Много проклинаете, то есть много ругаетесь, бранитесь, произносите разных слов. То есть языки острые, кусачие. Хорошо? И потому что хитрость у них сильная. Вот такфур на ляшир, второе, такфур на ляшир, неблагодарны вашему мужу. То есть муж может всю жизнь делать добро, хорошо относиться, а потом увидит одно малое какое-то от него, какой-то малый проступок, одно что-то плохое, и сразу что скажет? Я не видел от тебя никогда добра. Хоть он всю жизнь сделал ей добро. То есть неблагодарна, не признает милости.